Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Скоро будет распаковка. Скоро будет распаковка очередной книжицы. Книжицы первого советского фантаста Вивиана Итина. Но в этой книге не фантастика. В книге, за которой я сегодня поеду в деревню Халактырку на почту, опубликована повесть о Глебе Травине. Я уже показывал журнал «Сибирские огни», вышедший в 1933 году, в котором было опубликовано начало итинской повести о Дальнем Востоке. А теперь мне прислали книжицу Итина, где повесть о человеке, который на железном олене, то есть на велосипеде, проехал по границам Советского Союза. Повесть, опубликованную полностью. Ну что, наверное, пора двигаться в деревню Халактырку. Почту в нашей деревне закрыли много лет назад. И приходится за всякими письмами, бандеролями, посылками и прочим ездить в соседнюю деревню. Получил в своем почтовом отделении долгожданную книжицу Вивиана Иткина. Но прежде чем я начну распаковку, то есть начну делать то, что мы все любим смотреть на уютном ютубчике, я покажу вам вчерашнее видео. Вчера во второй половине дня мне пришлось побывать в поселке Раздольном, посмотреть на монумент героям Великой Отечественной войны, построенный там, на новую детскую площадку, немножко поговорить с главою поселка Володей Карташовым. Впрочем, давайте взглянем на поселок Раздольный, а потом в конце займемся распаковкой. Смотрите, вот вам Елизовский район, вот вам поселок Раздольный. Также у нас это по ходатайству депутатов Раздольского сельского поселения и по ходатайству депутатов районной думы перед собранием депутатов Краевой думы были выделены деньги в размере 400 тысяч рублей на установку памятника памяти нашим ветеранам, которые жили и работали в нашем поселке, которые защищали в свое время рубежи нашей Великой Отечественной войны. Также он поставлен, вы можете посмотреть, очень красиво и очень это самое. Что там вот шили вначале? Песок, бахчин. А у нас что-то шили, песок. Нет, и эльки, но...
В конце прошлого года были выделены деньги из бюджета, из краевого бюджета на строительство детской площадки, которую мы установили на улице Лесная, поселке Радонин. Получилось очень хорошее и достойное, можете поехать посмотреть площадку. Много народу собирается, детей. Вечером мы там не продохнуться, это в очередь на качели, в очередь на эту там. Побывавши вместе со мною в Елизовском районе, в поселке Раздольном, мы плавно переходим к распаковке. К распаковке вот этой вот посылочки, прикатившей ко мне. Никогда не выбрасывайте упаковку на природе. Берегите природу, мать вашу. Убираю мусор в почтовый конверт для того, чтобы потом увести его отсюда и выбросить куда положено. Итак, «Страна Гангури», Вивиан Итин. Эта книга выпущена в 83-м году века минувшего в Западно-Сибирском книжном издательстве в Новосибирске. Под обложкой этой книги четыре повести. «Страна Гангури», повесть, давшая название книге, «Каан Кереде», «Белый кит» и «Выход к морю». О авторе, о Вивиане Итине, я уже говорил в недавнем выпуске, посвященном как раз тоже книжным распаковкам, в том выпуске, где я вынимал из конверта журнал «Сибирские огни» 33-го года века минувшего. И к Итину мы еще вернемся когда-нибудь в обозримом будущем. Тогда, когда мне захочется рассказать о двух книгах, посвященных одному и тому же персонажу. Глебу Травину, совершившему на велосипеде путешествие по границам Советского Союза. Ну вот, мы с вами полюбовались расположенным в Елизовском районе поселком Раздольным. Вот мы распаковали очередную книжицу, которая пополнила мою скромную домашнюю библиотеку. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится время от времени узнавать от меня об интересных книгах и смотреть на Камчатку. Ежели же не нравится, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите свои комментарии внизу под роликом. Вон там, вот внизу. Я хочу знать, что вы думаете, глядячи мои видеодневнички.
А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам сразу не стало скучно, и вы хотите возвращаться сюда, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив которую, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам советует. Сделали? Замечательно. Молодцы. Не могу не поаплодировать вам. Теперь вы будете получать уведомления о новых видеороликах, которые будут выходить в рамках моего видеодневничка. До свидания.